Береженного Бог бережет. Сотрудники областного департамента чрезвычайных ситуаций провели инструктаж по пожарной безопасности в одном из торговых центров Талдыкургана. Главная цель такого мероприятия – повышение практических навыков личного состава в тушении огня. Стоит отметить, что данные занятия проводятся в рамках республиканской акции «Каупсес Сауда». Подробности смотрите в следующем сюжете. В рамках учений разработан сценарий пожара, возникшего в торговом центре, который якобы перекинулся на прилегающую территорию. Сотрудники ДЧС быстро определили причину возгорания и начали эвакуацию людей из здания. Спасательные мероприятия также включали проверку скорости реагирования сотрудников при тушении пламени и эвакуации людей, а также проверку технического оборудования и системы оповещения в торговом центре. Цель пожарно-тактического учения является пресечение пожаров, гибель людей и материальных ценностей. То есть отработка действия эвакуации, условного пожара. То есть если в торговом доме произошел пожар, то наши действия по отработке, как тушить, как эвакуировать, все это сегодня проводилось. Частые нарушения в торговых домах бывают, это не вовремя сообщают, то есть о пожаре. Бывает, не работает пожарная сигнализация. И некоторые люди не обращают внимания, такие как вот короткое замыкание. На учение было мобилизовано 25 единиц техники и более 60 человек личного состава. Подготовка к учению была успешно завершена. Всего в области ЖТСУ насчитывается 59 крупных торговых домов. Благодаря регулярным профилактическим мероприятиям, проводимым за последние 3 года на указанных объектах, не зарегистрировано ни одного возгорания. Единичные ЧП произошли лишь в некоторых продуктовых магазинах из-за временных перебоев с электричеством. Сначала я услышала громкие звуки сирены. Не сразу поняла, что происходит. Дальше увидела, что проводятся учебные занятия. Считаю, что такие тренировочные мероприятия необходимы как для самих пожарных, так и для жителей города в целом, так как во время таких чрезвычайных ситуаций люди поддаются панике. Если часто проводить такого рода тренировки, то, думаю, люди уже точно будут знать алгоритм действий во время ЧС. Вес спецодежды спасателей составляет около 20 килограммов. Однако благодаря быстрой реакции и профессионализму специалистов они смогли успешно вызволить из условного пожара 3 пострадавших. Это подтверждает эффективность подготовительных занятий, проводимых сотрудниками службы ЧС. Горожане, осведомленные о таких чрезвычайных ситуациях, будут всегда начеку. По мнению специалистов, подобные тренинги будут проводиться на постоянной основе. Айгерим Купаева, Ернур Медет, телеканал ЖТСУ.